Включаем. Пром здесь. Че, он реально копает? О! 5 красных конфет дали. Так. Я какой огромный! Я теперь большой! Всем привет! Вышло обновление в BuildTBot. При помощи этого обновления вы можете получить самонаводящие гарпуны, если пройдете босса. Появилась новая красная конфета. Чтобы ее получить, заходим в обновление. Карта. Нам дают карту, и сейчас мы копаем там, где нам говорят. Пром здесь. Че, он реально копает? 5 красных конфет дали. Так. Так, у меня есть красная конфета. Я какой огромный! Я теперь большой! А также добавили новые часы. Сейчас мы их посмотрим. Их можно купить в магазине за 50 золота. Также вернули покупки елки за 80 золота, тыковки и свечку. А сейчас мы с вами посмотрим новые часы и что с ними можно сделать. Мы с вами построим часовую бомбу. Сначала ставим кнопку и проводим линию из часов. Далее ставим динамит. Используя данную часовую бомбу, вы можете взрывать любые постройки или машины. Теперь нужно привязать часы друг к другу. Начинаем. Первые часы привязываем к вторым часам. Вторые к третьим, третьи к четвертым. И так далее. А теперь давайте взорвем наш механизм, но сначала нужно их настроить. Ставим им скорость. 0.5 можно. Теперь нажимаем на кнопку. И надо привязать часы. Не активируется, активируется, активируется. И... А теперь давайте что-нибудь взорвем. Давайте взорвем этого робота-паука. Ставим кнопку. Совершенно любую. Теперь ставим часы. Привязываем их к кнопке. Проводим линию. Ставим DNT, но чтобы взрывать, нам обязательно нужно включить PvP-режим. Теперь привязываем часы друг к другу. Готово. Теперь нажимаем на кнопку. Но сначала давайте поставим немножко другое время для них. Включаем. Теперь нажмем на босс, чтобы получить гарпуны. На этом наше видео подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Games. Всем пока.